С Днем независимости украинцев поздравили и россияне. Москвичи собрались на чистых прудах в столице и записали видеообращение. Люди в основном желали Украине победы. Среди поздравлений прозвучало и пожелание держаться от России подальше. Хочу пожелать, конечно, Украине победы. Держаться от нас подальше всегда. Мы, конечно, не враги вам, те люди, которые здесь стоят, а Россия сегодня враг Украины. И мы горячо желаем как можно меньше жертв. Нам очень больно, что из-за того, что в свое время мы вот как-то прохлопали ушами, что мы не вышли на улицу раньше, вышли сейчас и готовы уже не уходить, но это уже положение не изменит. И, конечно, наша вина. И мы будем каяться всю жизнь и платить за это будем всю жизнь. Слава Украине! Желаю победы, чтобы у них все получилось. Они пошли на шаг впереди нас. Если они одержат эту победу, ее одержим вскоре и мы. Чем это важно? Дело в том, что это близкий нам народ на постсоветском пространстве, который сделал европейский выбор. Он пошел по пути европейской интеграции. В то время, когда РФ, язык не поворачивается назвать ее Россией, это совершенно другое государство, идет в опричную евразийскую ордынскую систему. Мы считаем, что Украина прокладывает путь, в том числе нам, в цивилизованное правовое общество. И наш путь – это западный путь, путь свободы. И все прогрессивно мыслящие люди, которые нас поддерживают и поддерживают Украину, все понимают это, что это сейчас мы имеем дело с реваншем ГБ, НКВД и прочих вот этих мерзостей, которые хотят задушить свободу.